Добрый день! Сегодня мы с вами проведем испытание торцовочной пилы Зубр ЗПТ-255-1800ПЛ. Вот ее только взяли, еще не испытывали. Вот она упакована, упаковочка такая вот. Немножко ее повредили, когда несли. Ну, здесь характеристики на коробочке есть. Смысл приобретение такой пилы был следующий. Ну, во-первых, покупал я пилу, деревообрабатывающий станочек. Значит, 2000 ватт. Ну, почему-то слабый оказался, плохо пилит. И вот торцовочные пилы были, значит, где-то в пределах от 1200 до 2000 ватт. Но это что-то промежуток где-то. 1800, я думаю, будет нормально. Но здесь вот написано характерных характеристики такие, что значит диск его диаметр 255, ну и возможности его достаточно большие. То есть он практически пилит глубиной 75 миллиметров, ну, то есть доску 50-ку должен потянуть легко. Ну и другие там характеристики, смотрите, сейчас откроем, посмотрим, что внутри. Попробуем проверить, как она будет пилить. Вот открываем. Как я уже говорил, коробочка, конечно, не яркая, но главное, это не коробочка, главное, что внутри. Вот упаковано достаточно хорошо. Сверху вот пенопласт. Пенопласт стоит. Здесь вот направляющий на стол. Две направляющие и кронштейн с держателем. Мешочек и книга гарантийного ремонта. Покупали пилу по интернет-магазину. В магазине, вот кто будет приобретать это через интернет-магазины, дают чек. И обязательно нужно отмечать вот в книжке гарантийного ремонта. Тоже печать и время покупки. Это временно отложим. Посмотрим, вот здесь вот она тоже лежит в стандартной упаковочке. Достаточно хорошо. Попробуем вытащить ее. Так. Опа. Упаковано. Предназначена для транспортировки. В сложенном виде. Вот здесь фиксатор. Зафиксировано. Ну, сейчас мы ее вытащим отсюда. Проблематично. Вот, как говорится, если так идет, то так идет. Так, вот упаковочка такая. Так, посмотрим пилу. Так, вот бирка уже нам ни к чему, я думаю. Бирочка нам не нужна уже. Ну, это уже те же самые характеристики. И гарантия 5 лет. Ну, если 5 лет, то, думаю, 2 года поработает. Так, посмотрим. Так, будем разбираться. Я сам первый раз ее в руках держу. Ну, посмотрим, что из этого получится. Так, вот так. Так, вот. Начнем с простых вещей. Шнур. По характеристику по паспорту 2 метра. Значит, ну, на улице прохладно, ну. Шнур более-менее нормальный. Так, сейчас раскрутим ее. Посмотрим. Ну, будем так говорить, что это пила бюджетного варианта, потому что брали ее в пределах 10 тысяч рублей. Ну, аналоги такой пилы будут немножко подороже. Ну, смотрим, что здесь. Думаю, разберемся без инструкции. Так, ну, здесь мешок для крепления. Здесь это фиксация будет, чтобы она точно не гуляла. Это когда будет пилиться. Здесь вот еще фиксатор есть. Посмотрим, как он работает. Так, никак не работает. Вот он работает. Вот все. Понятно. Так. А вот фиксатор.
Вот, а вот у нас все понятно. Ну, все, на первый взгляд выглядит достаточно неплохо. Неплохо по характеристике идет. Идет здесь лазерный указатель. Сейчас включим, посмотрим. Здесь что у нас идет? Вот. Так, а вот она, да. Вот она разворачивается. Стол вот 90 градусов. Вот это ноль. Здесь очень просто получается, что вот ручка фиксации стола, и здесь вот еще стопор. Раз, два, и все нормально. Так, здесь у нас имеется такая струбцинка, вот она, вот она, вот, да, вот сюда она вставляется. Вот она вставляется сюда. Вот, пожалуй, и все. Здесь можно завалить влево-вправо, влево-вправо. Ну и, соответственно, здесь угол берется, угол 45 градусов. Вот поворачиваем его, здесь стрелочка указатель. Вот здесь можно посмотреть стрелочку указатель. Вот она, стрелочка указатель, вот 45 градусов. Вот наклон, видите, 45 градусов сюда. Можно повернуть рез в обратном положении, тоже 45 градусов. Достаточно хорошо, достаточно хорошо. Ну, мы будем испытывать под 90 градусов, то есть указатель ставим на 0. Поставили на 0. Нормально все. Значит, диск защищен кожухом, защитным кожухом. Ну, это для безопасности. Здесь вот тоже еще фиксатор. Прежде чем отпустить, надо фиксатор нажать. Так, все. Так. Понятно. Посмотрим. Это. Опа. Здесь еще вот фиксатор, я уже говорил, вот мы разобрались уже, вот здесь вот фиксатор есть уже. Можно, допустим, если изделие недостаточное, значит, небольшой ширины, зафиксировали и просто вот в режиме маятника будет резать. Если фиксатор отпустили, уже будет резать с протяжкой. Ну вот, пожалуй, мы так и будем. Мы испытываем его временно, соответственно, его желательно, конечно, где-то устанавливать на стационарном вместе. Ну вот временно надо его закрепить. Я думаю, сейчас закрепим, сейчас вот пару саморезиков поставим, а лучше 4. И приступим к испытаниям. Так. Ну так я скажу, что внешний вид достаточно солидный. Посмотрим, как будет работать. Так вот. Вот, здесь у нас саморезы есть. Возьмем пару саморезов. Большие саморезы брать не будем. Это... Блин, ну кто-то помогает уже испытывать свою пилу, а мы поможем ему, как будем испытывать свою. Это как раз подойдет, вот так хорошо будет. Да, вот раз. Здесь специально на столе крепление есть. Оп, готово. Саморезы большие не будем брать. Небольшими закрепим, потому что нагрузка здесь небольшая, чтобы, как говорится, ровно стояла. Так, сюда. Так, попробуем сюда. Закрепляем. Так, пойдет. Пойдет. В перспективе будем использовать пилу. Там на втором этаже придется много обивать доской. Вот чтобы торцевать доски. Закрепим ее, значит, на стационарном месте уже непосредственно. И я думаю, что вот стол не такой большой, не такой большой. Здесь вот еще дополнение к столу сделали. Чтобы можно было торцевать доски любой длины. Ну вот, вот совсем другое дело. Так, с этим разобрались. С этим разобрались. Это временно отложим. Отложим. Так. Ну вот еще здесь можно увеличить стол вот такими приспособлениями. Сейчас мы как раз увеличиваем стол. Вот. Вот. Стали на опасном месте. Вот слышно, снег с крыши пошел. Может нас
самый разгар проверки завалить снежком. Будем надеяться, что не будет. Да. Смотрим. Сейчас сначала на холостую испытаем. То есть включим, посмотрим. Так, так, поставим, так. Эту сторону отведем, чтобы не мешало. Здесь у нас получается, вот выключатель есть, вот он, выключатель есть, да? И вот ручка непосредственно включения. И здесь еще вот есть вот фиксатор корпуса защиты. Вот такие вещи здесь, чтобы, как говорится, не пораниться. Ну, сейчас вот выключатель мы включили. Сейчас посмотрим. И вот уже лазерный указатель пошел, видно, вот. Вот оно видно. Ну, поближе потом посмотрим. Когда изделие будет, будет видно. Ну, сейчас попробуем включить, что она будет работать. Не знаю, как будет пилить, но гудит хорошо. Гудит хорошо. Так, ладно, посмотрим. Так, как говорится, начнем с малого. Начнем с малого. У меня есть обрезочки такие небольшие. Вот 25-я доска. Здесь на 25. Так, поставим. Ну, чтобы, как говорится, она в дело была у нас. Много пилить не будем. Маленький кусочек отторцуем. Так, и так. Так, ага. Так, и так. Опа, здесь вот этот еще винт надо закрутить. Ладно, сейчас закрепим. Вот, вот он винт. Закрепили. Я думаю, в процессе без этого скриптина будем обходиться. Рукой придерживаем, ну, испытываем так положено. Так, поставили. Здесь ровненько, ровненько. Ну что, как говорится, с Богом, посмотрим. Так, включаем. Так. Ну, видите, срез достаточно ровный, гладкий, хорошо. Жалко, не взяли угол померить, но как по маслу. 25-ю доску пилит без проблем. Ну сейчас вот даже там доска 25-я, да? Но величина ее побольше. Ну, здесь уже, если 10-я или 15-я доска. Посмотрим. Написано, что до 30 сантиметров можно пилить. Ну, 30 сантиметров для нас уже будет многовато. И вот здесь можно посмотреть как раз вот лазерный уровень. Вот видите, вернее, лазерный указатель. Вот она, видите, вот указатель видно. И для чего это? Если, допустим, где-то разметку карандашом сделал, можно здесь вот пока где будет срез, очень даже удобно будет. Ну все, посмотрим дальше. Очень хорошо. Очень хорошо. Ну, здесь нагрузка такая же практически получается. Просто величина побольше. Ну, срез смотрится достаточно хорошо, ни задиров, ничего нету. То есть, ну, 5000 оборотов, это значительно. Ну вот сейчас уже, как говорится, от баловства приступаем к серьезной работе. Здесь уже 50-ка доска, и здесь получается тоже на 15, и поставим на сучок. Как говорится, сучок дело хорошее. Так, структурно повыше сделаем, да, вот, вот так вот пускай будет. Вот так вот. Если бы закрепить, конечно, надо чем-то посерьезнее, ну ладно. Вот. Поставим специально на сучок. Посмотрим, как себя будет вести в серьезных условиях. Вот. Сучочек у нас попался на доске. Сейчас посмотрим. В инструкции написано, значит, прежде чем произвести распил, нужно дать возможность, значит, диску раскрутиться. Раскрутиться. Ну вот, конечно, мое мнение такое, желательно бы, чтобы он был диск класс плавного пуска. Ну, это без плавного пуска, но вот, думаю, ничего. Так, поставили. Значит, доска 50-ка. Значит, условия более сложные. Посмотрим. Значит, ну вот, будем говорить на сегодняшний момент, оно вот ни колебаний, никаких там ничего нет, нормально вот это. И очень легко, значит, передвижение ее. Посмотрим сейчас. Так, поехали.
Здесь очень даже видно, что значит срез был по сучку. Очень легко, очень хорошо. Повторюсь, без задиров. Ну просто красота. Руками, и здесь вот видно, видно и 90 градусов везде. Руками так ножовочкой не отпилишь. Ну сейчас, как говорится, что написано 75 миллиметров, но у нас просто такой доски нету. Ну мы вот так сейчас сделаем. Сейчас вот еще, здесь у нас еще значит, 20 сантиметров доска такая. Мы сейчас вот так вот сделаем. Попробуем еще вот эту двадцаточку распилить. Вот так вот поставим тоже, чтобы доску просто так не изводить. Так вот. Так поставим и закрепим. Я думаю, что вещь стоящая, если у кого есть значительные объемы работы, она не помешает. Во-первых, сохраняешь, как говорится, и время, и здоровье. Так, пытаемся двадцатку пилить. Ну, результат налицо. Двадцатку пили, ну, по большому счету, больше 20 нам и не надо. Ну, как говорится, мы не можем остановиться на том, что мы посмотрели. Но, как говорится, усложним задачу. Сейчас побольше сделаем. Еще больше. Больше двадцатки. Так, побольше двадцатки. Побольше двадцатки что можно сделать? Нам можно 50-ки добавить еще 25-ку. Это многовато, конечно, но посмотрим. Вот струбцина уже что? Струбцина уже, хотя может и возьмет. Посмотрим. Так. Струбцина на пределах возможностей. Почти на пределах. Еще зажмется, да. Струбцина зажмется, да. Здесь еще вверх можно приподнять. Так вот. Зажмем. Так, ну что здесь получается? 50 и 25, 75 миллиметров. Достаточно солидно. Посмотрим, проверим. Так, нажимаем. Будем так, распилила легко. Теперь посмотрим, пропил до конца она взяла или нет, эти вот, как говорится, наши 75 миллиметров. Сейчас вот проверим, посмотрим. Распилила легко, то есть двигатель, мощности двигателя хватает. Сейчас остальное, сейчас посмотрим. Посмотрим. Так. Ну что, вот видите, вот один, вот второй. Вот. Написано, значит, до 75 миллиметров мы распилили. Но я сомневаюсь, что такие доски кто-то найдет. Ну, брусочки, может быть. Ну, полтинник, ну, 70. Ну, 75. Очень даже хорошо. Нормально. Но я не ставлю задачи, значит, снова экспериментировать все, значит, доски под различным углом. Ну, вот сейчас возьмем, значит, так, для пробы одну доску отпилим на 45. Под градусом 45, и, пожалуй, на этом будем завершать, подводить итоги. Так вот ставим 45 градусов. Здесь очень удобно, видите, шкала и ручка. Раз, покрутили, все готово. Так. И, значит, вот установили досочку на 45. Струбцинка. Я скажу, что все сделано очень просто. Очень просто, да? И в то же время работает. В то же время работает. Мощности двигателя предостаточно. Даже, может быть, я немножко переборщил. Были по 1800 я взял. Можно было 1500, наверное, взять. Ну, перестраховался. Так, пробуем по 45.
другой стороны, если она пилит под 90, под 45, разницы нет. Вот видите, все. Вот. Так. Так. Ну и что, подводим итоги? Подводим итоги. А итог будет следующий, значит. Характеристики, заложенные в данной пиле, соответствуют действительности. Значит, пилит она хорошо, уверенно, быстро, без проблем. Без проблем. Единственное, что посмотреть, сколько времени она проработает. Ну, думаю, если аккуратно работать, поработает достаточно долго. Все, до свидания, до новых встреч.